Как правильно выбрать вуз или СУЗ, какой проходной балл при поступлении, упор на подготовку, каких предметов необходимо делать. Школьники еще задолго до выпускного балла начинают задаваться подобными вопросами и помогают найти ответы на них профориентационные мероприятия. С хорошей пистой подготовки у вас достаточно будет хорошая и большая стипендия. Чтобы поступить к нам, вам нужно сдавать 3 экзамена. Это русский, математика и физика. Выпускник школы, а ныне студент военной академии Денис Александров уверенным и спокойным голосом рассказывает школьникам о поступлении, какие могут возникнуть сложности и в целом о жизни студента и почему решил выбрать именно это направление. Подобные встречи в школе села Музяк проходят регулярно в рамках месячника профориентации. Цель данного мероприятия – профилактическая работа и, конечно, это профориентация, чтобы они побольше выбрали, знали, куда идти перед поступлением, тем более 9 класс уже, 8 класс, а 6-й, 7-й класс уже подумали, куда они пойдут поступать, учиться. Часто мы проводим в начале вот сентября, в сентябре проводим, стараемся. И, конечно, упорно мы в январе занимаемся. А уже с 8-9 класса уже мы каждый месяц уже с января, февраль, март обязательно приглашаем наших выпускников и проводятся вот такие некоторые беседы. О студенческих буднях ребятам рассказала и выпускница школы Анжела Газизова, студентка Казанского университета. На подобных встречах у школьников есть возможность задать вопросы студентам и, как говорится, узнать нужную информацию от первого лица.